Sophie Frasier, que me. Jimmy. Sí, check. Sì, check. Hai più scritto, tu stavo. No? Scritto, sono strozzi. No? Chi? 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 Para.
Хорошо, следующий. У нас сдача на пояс. Хотя горочку поставить. Да ты сразу просто. Поставь. О, это лучше ты выединись просто. С места. Дайте немножко еще на один квадрат туда. Одноименную здесь. Одноименную, да. Ты вворачиваться в него должен, не тащить его. Лучше было. Ты опять попытался назад. Следующий. Последний, третий. Он быстро, он резкий, пробзал вверх. Как тебе удобно? Я не пошел. Сейчас я сделаю еще раз. Сделай другой. Брось его. Подвернуть запястье. Ага. Нормально. Одной рукой. Дожди. Не. Кто будет похож? Да? Да. Кто будет похож у нас? Пусть что-нибудь туда сделает. Он сделал то, что он сделал, это не важно. Да, его тоже можно сделать. Ну как он так перехватил? Только он гибкий, может, такой. Ну как-то он так же делает. Он сюда же с ногой. За голову бросает. Это за ты голову. Имеешь в виду, когда он держит удар сюда, короче, за голову. Бросил за голову. Бросил за голову. Не парься. Не мешай ему работать. Ну, не подсказывай. Я
сама получилась, да? Да. Чуть было. Сам, ну правильно сделал, такой есть. Дальше ему возможности он тоже. Правильно делает. Правильно. Я решу пытаться. Стоп. Вот тебе стоп. Да-да-да, сминай. Теперь надо тебя меня бросить. Красиво. Развернись, я тебя не буду так бить. Вот, вот так, вот ходи. Ага, я тебя буду в пузо бить. Хочешь слушать? Дверь. Дорвался. Еще? Хватит. Так, а все, три. Против ножа. Кто хочет ножом пойти? Ну, ронила нож. Давай еще раз. Ладно, а ты ронял? Нет. Ну ладно, это следующий. Денис, ты же меня хорошо таскал на этом. Чего ты его жалеешь? Это на тренировке. Чего ты жалеешь? Тебя проще, проще силу применения. Давай. Хорошо. Плоскость снимай. Не, ну ладно, Женя не будет давать. То, что ты его забрал. Все. Вот и все. Хватит? Да, этот ходит. А следующий? Отлично. Пару, хорошо. И в ноги. Хорошо. На себя надо было посмотреть. Да, то есть ты... Ты предлагаешь...